пилот Торо Россо Пьер Гасли признался, что замена двигателя на его болиде перед стартом гонки Гран-при Канады во многом произошла по его инициативе. «Я давил на всех. Я оказывал давление на Франса Тоста, Джонатана Эддалса и Таю Харетанабе. Я говорил, что мне нужен обновленный двигатель, потому что в противном случае это была бы очень тяжелая гонка. Штраф было лучше получить здесь. У нас было больше шансов на очки. К тому же на Гран-при Франции мы не будем стартовать далеко позади. В конечном итоге я стартовал 19-м и завершил гонку на 11-м месте. Если бы мы не поменяли двигатель, я бы ушел в гонку с 16-го места, но она была бы очень сложной», — приводит слова француза Рачи Фанс.